Привет всем. Подожду сейчас, как кто-то добавится. У нас Евгения, привет. Мариночка, привет. Сегодня тема моего эфира будет продолжение чтения книги своей. Практика работы с мышлением. Если бы не это, то ты был бы счастлив. Я остановилась в прошлый раз на 4 главе и хотела продолжить чтение, не знаю, насколько сегодня успею. Если у вас есть вопросы перед книжкой, перед чтением, могу сейчас на пару вопросиков ответить. Если нету, то я начну. Так, да, привет-привет, рада вас всех видеть. И главное, все-все старички со мной, как это классно наблюдать в течение последних 5 лет на эфирах, вот все как свои. Так, еще раз, для тех, кто присоединился, сейчас я хочу продолжить книжку «Практику работы с мышлением», которую я последнюю написала. Ее можно купить через любой маркетплейс. Ссылки у меня в профиле в печатном виде. Можно купить у меня в электронном. Мне нравится, когда покупают лично у меня в электронном, потому что если маркетплейс, то я получаю всего лишь 10%. Если вы покупаете у меня лично, то я 400 рублей своих заработаю. Так что мне классно, когда вы у меня лично покупаете. Спасибо. Ну, это так, оговорочка. Еще раз. Книжка «Практика работы с мышлением». Если бы не это, то ты был бы счастлив. И самая лучшая практика какая? Я в этой книжке написала 10 пунктов, 10 различных практик, как работать с мышлением. И сейчас вот у меня уже готовится к издательству новая книжка «Продолжение. Практика работы с мышлением. Часть 2». Там есть еще одна практика. И эту практику мы будем тренировать на курсе, который у меня будет 20 октября «Талантливые люди» называться. Вот. Давайте тогда, если вопросов нет, немножко о курсе тоже скажу, почему он будет полезен. Все, что нас окружает в этом мире, мы создаем своим мышлением, фокусом внимания своим, своими мыслями. Мысли формируют бессознательные какие-то решения, которые уже на практике наш организм, мозг посылает сигнал, делает какие-то шаги, действия, и мы видим то, что мы видим. И видим мы ровно то, да, где мы фокусируемся, где мы фокусируемся. Все, на это можно точку даже поставить. Так, а что у вас случилось? Завис эфир? Так. Ну, у остальных вроде все хорошо. Так вот, новый курс, который я создала сейчас, 20 октября, он будет направлен, чтобы мы смотрели на всех людей, на мир, выписывали все, что нам не нравится, все, что нас бесит, все, что нас раздражает, все, чего мы с вами боимся, это дар, который нам мир и люди приносят вот так на блюдечке, для того, чтобы мы рассмотрели это в себе как ресурс и использовали на пользу. Если у вас есть какое-то желание, оно не исполняется, для этого есть какие-то причины. Причины, противоречивые желания. Вы почему-то хотите, чтобы этого не было, потому что вам страшно столкнуться с последствиями. Плюс желание не исполняется, потому что для формирования того образа, которого вы хотите, нужны какие-то, ну, грубо говоря, как в строительстве, кирпичики. Вот вы хотите дом, вам нужны инструменты, вам нужны кирпичи, вам нужны там бревна, вам нужны помимо инструментов, как называются, ну, какие-то ресурсы, да, из которых вы будете строить. Так вот, когда нам для какого-то желания не хватает инструментов, ресурсов, каких-то действий, к нам приходят люди,
приходят с ситуацией и вот и говорят: вот возьми, это вот твой инструмент, это вот твой кирпичик, которого не хватает для желания. А мы отрицаем. Если нам что-то непонятно, мы нарекаем это плохим, неправильным, нас это раздражает, бесит, мы от этого закрываемся, пытаемся уйти, либо пытаемся с этим бороться. Но если вы возьмете все, что нам люди пытаются сказать, все, что нам не нравится, все, что раздражает, все, что пугает, и обернете на пользу, это и будет тот кирпичик для исполнения вашего желания. Вот вы, например, хотите любви и счастья. Будут приходить люди, которые вас будут настолько сильно раздражать, что вы будете находиться в ненависти. И вот для вашей любви нужно осознать, что это за ресурс и талант, который кроется в ненависти. Как его использовать, чтобы получить ту пресловутую любовь, да, о которой вы там мечтаете. Если вам что-то не хватает для исполнения вашего желания, всегда, в эту же секунду, в этот же день приходят все люди, все ситуации, там вы читаете какие-то тексты в интернете, мама там с вами ругается, все, что вам не нравится, это то, что вы отрицаете, не хватающее вам для исполнения вашего желания. И вот мы на курсе как раз будем рассматривать, как все, что вокруг нас творится, превратить в ресурс, в талант, в инструменты и в действие. Что вот с этим делать, то, что показывает нам мир? Мы сами притягиваем все ситуации, всех людей, чтобы они нас раздражали жестко, чтобы мы наконец-то это в себе заметили, использовали, раскрыли этот ресурс в себе, раскрыли в себе этот талант и использовали. И тогда наше желание исполнится. И вот после этого курса у меня сразу выйдет книжка, она уже готова, «Практика работы с мышлением 2». Это будет еще один, 11-й способ, как работать с мышлением и как обернуть на свою пользу все. И я вам советую пойти на этот курс, и я его сделала максимально дешевым. Ой, извините, ребят, я сейчас выйду, потому что посылка пришла.